снова угощение. Выйдет ли теперь, как в прошлый раз? Гнить!
Эй, глядите! Да это же гроза великанов! Погибель Хьяльмбунора! Чего бы я не дал сейчас за кружку славного меда? Ищешь что купить? Что ж, давай... Не удивлюсь, если тебя послали к нам свыше. Не надейся. У меня свои цели. Радуйся свободе, а меня ждет судьба. Не задержишься на миг, чтобы дойти вдвое быстрее? Ты уже обещал ускорить мой путь, но пока мне не удалось продвинуться ни на шаг. На это нужно время. Сдохла лишь одна змея Нидхёга, а не все гнездо. Мне некогда охотиться за целым культом. Я и не прошу тебя убивать все длани Нидхёга. Мне нужна лишь одна вещь. Что сейчас у торговки? У торговки? Значит, этот предмет слишком дорог для Трелла? Я отдам тебе все, что собрал на выкуп. Мне нужны лишь 3 камушка. Тебе их могут и даром дать. Так зачем тебе помощь? Почему ты сам их не возьмешь? Хозяйка не торгует с Треллами, даже бывшими. Но мой прежний хозяин заходил к ней. Ее лавка где-то у башни.
один. Здравствуй, торговка. Мне нужны 3 камня. Так они твои. Где тебя носило? Орудием судьбы негоже лежать тут без хозяев. Ты знала, что я приду за ними? Ты пророчица? Нет. Но знаю, как раздобыть пророчество, когда надо. Я нахожу все, что требуется, без лишних вопросов. Как скромная посланница судьбы. Держи камни. Заходи, как кошель потяжелеет. Я рада покупателям. Твою лавку нелегко найти. Покупателей, верно, немного. Я пыталась скрыть ее от волков. Правда, не слишком удачно. Но у тех путников, кому не хватит ума найти меня, вряд ли есть стоящий товар. Пожалуй, тут ты права. Ну, конечно, права. Так ты будешь что-нибудь покупать? Давай посмотрим на твой... Мне. Забирай. Если от меня больше ничего не нужно... Можешь идти. Я всем доволен. Надеюсь, твоя награда достойна приложенных усилий.
Ричард. Кирас Леонеш! Ищешь, что купить? Что ж, давай. Вкуси горечь погибели!
Нидхёк любит играть со своей едой. А я драконами закусываю. Начала сеять, чтобы помочь тебе. О, гнусная тварь. Не живет. Не умрет. Или мертвого голодает. Или корни грызет. Может, это Хель? На троне в чертоге, где вечно темно, есть некто, чье сердце сиянье полно. Так в твоем видении это Бальдер на троне. Тихо. Пожертвуешь многим ценой дорогой. Один будет найден, но связан другой. Ты... Я смогла тебе чем-то помочь. Теперь сомнений нет. Чтобы спасти Бальдра, нужно бросить вызов Хель. И еще там было что-то о жертве, не забывай. Что-то о жертве? Чего ты ждала? Я ведь мастер приносить жертвы. А я слишком устала, чтобы спорить. Делай, что должно, да только смотри, не продешеви. Помнишь Хьяльм Гуннера, правителя готов? Он превратился в уродливую, озлобленную тварь. Помню. И Брюнхельд от тебя досталась. А зря! Хьяльм Гуннер и тогда был озлобленной тварью. Он заслужил свою участь. Говорят, гниль порождает сам Нидхёк. Но дело не в нем, а в том, что из-за него мировое древо ослабело. Хочешь получить услугу? Возможно.
доказательство, что в этом мире умирают иначе.
Наверное, снова угощение. Выйдет ли теперь, как в прошлый раз? Что же мне выбрать? Славная выпивка. Ищешь что? Что ж, давай. Я ни за что не отступлю!
же! Ты... Ну все, покончим с тварью! Владиша! Подстилка!